Доброе утро, друзья мои. Скажите, какое доброе утро, когда ты выходишь в шаговой доступности в лес. И здесь такая красота. Птички как поют. Деревья уже такие пушистые, зеленые. Соловей заливается. Вот и Маська со мной пошла в лес. Они любят сюда ходить вместе с Косёмкой. Косёмка! Косёмка! Я вчера, когда гуляла здесь немножко, и нашла что-то интересное. Сейчас попытаюсь увидеть это место. Вот, уже пришла. Смотрите, грибница уже потихонечку. Вот. Видите? Прикрою их, пускай сидят. И здесь вот еще. Сегодня ночью шел дождь. Вот. В этом году, вижу, грибы будут. Прям радует. Сейчас посмотрю еще в другом месте. Вот и Косёмка пришла к нам. Услышала, что мы здесь гуляем. Смотрите. Еще одни красавцы. И вот тут. Здесь грибных мест много. Сейчас пойду посмотрю еще в одном месте. В общем, я так думаю, что на следующих выходных пойдем с вами в лес за грибами. Вот здесь еще одна семейка. И вот тут. Все это лисички, друзья мои. Я прям стою и боюсь на какую-то семейку наступить. Вот тут вот еще смотрю. Вот она. Я их прикрою. Пускай сидят, подрастают. Смотрите. И вот нашла еще. Прям вижу издалека. И вот еще, и вот. Ой, как прям радостно. На следующую неделю будем собирать грибочки. Я аж боюсь прям стоять здесь где-то. Не наступить, не раздавить. Сейчас выйду из этого места. Потому что я знаю, что там всегда есть. А где особо нет. Поэтому там, где есть, туда не наступаю. А кошки вон гуляют сами. Комаров столько с утра уже. Вчера ночью лил дождь. И сразу после дождя порадовали грибочки своим появлением. Вот еще вижу семейство вот здесь. Вот, вон, видите, желтые такие макушечки. Вот они. Вот. Все это будущие грибочки. Вот здесь тоже вижу. Через неделю придем, посмотрим, как они подрастут. Ой, здесь прям все. Я просто знаю, что это поляна грибов. Вот это все. Вот будущие лисички торчат. Вот они, вот они. Я просто боюсь на кого-то наступить. Буду выходить отсюда.
Мася, сколько птиц-то? Поглядите, какой невероятный наш овраг. Ну, он просто сказочный. Сколько папоротников на склоне. Да, колбаська вон тоже вам рассказывает, как здесь хорошо, как ей нравится. Вот такой вот склон. И на той стороне. Здесь можно полдня проводить. Время 9 утра. Косёмка! Да, вам видно или нет? Вон она там идет. Вон она идет. Косёмка! Ой, ты где была, Кися? Ты гуляла без нас? Да, она без нас гуляла, Мася. Маська тоже заслушалась пением птиц. Кто там? Косём, кто там? Я иду, кошки идут. Я останавливаюсь, и кошки останавливаются. Вот и косёмка сидит. А тут села Мася. Ну что, пойдем? Косёмка, пойдешь с нами? Пойдем. Идем дальше. Да, идем. Пошли, я тебя жду же. Вон и косёнка идет. Да, идем. Я тебя жду. Здесь можно гулять спокойно, здесь грибов нет под ногами, уже исследовано. Сейчас пойдем к тому месту, где еще я обычно грибы собираю. Кошки рядом. Вот
так вот и ходим. Идемте сюда, заходим. В лес заходим. Вот что я и говорила. Смотрите, сколько их здесь, в другом месте. Сейчас я их чуть-чуть прикрою. Зашли во овраг немножко с другой стороны. Кошки здесь еще не ходили в этом году. Изучают. А я пойду посмотрю грибы. Комары злющие. Нападают на меня. Я ничем не побрызгалась. Скорее всего, сейчас буду выходить из леса. Потому что пока я снимаю, держу за телефон, все руки мои уже искусанные. Ну, в этой части только нашла вот это вот место. Вот, видите, семейки здесь сидят. Не буду их трогать. Закрою палочкой. Вот здесь тоже сидят они. Все это будущие лисята. Закрою их. Вот. Пускай сидят. Выхожу из леса. Пойдем по дороге. Косенка, пойдемте. Вон Маська уже хочет домой. Она еще не завтракала. Косенка-то поела, а Маська пошла гулять. Так, вот и зовет уже. Пошлите, пошлите. Пойдем. Чё, Мась? Тебе не нравится здесь дорожка? Ты же у нас королевишна. А королевишны так не ходят, да? Пошли, кися. Пойдемте, пойдемте. Косёмка, как всегда, через соседей, да, пошла? Пойдем с нами. Косёмка, пошли с нами. Да, что она? Дура, что ли, ходить по камням здесь? Пошла во входную. Маська со мной. Да, Мась? Маська нас не бросает. Вот еще немножко осталось. Вот наш домик. Ой, какой же запах. Ты с нами. Не отвернулась за нами. Молодец, Косёнка. А это липа. А это клён. Здесь у нас вот еще молодой дубок где-то был. Вот он. Вот он молоденький здесь стоит. Это липа. Готовится к цветению. Потом мы собираем липовый цвет. Вот, видите, уже начинается. Кошки здесь, рядом, ждут.
никуда не уходит. Муж вчера косил. Сейчас там еще немножко осталось. Покажу до конца. Вот такое солнышко уже поднимается уже высоко. А время всего лишь 9:30. Сегодня погода просто невероятная. Еще надо здесь немножко тоже покосить. Ну вот муж вчера косил во дворе. Маська-косёнка, я домой. А здесь вон кися тень. Кися тень, ты пришла? Ну идем, погладимся, идем. Вот так мы поздоровкаемся. Маська сидит, ждет. Да? И косенка там уже наверху. А кися тень здесь вот гладится, да? Все, идем, заходим. Сегодня столько дел переделали с мужем. Кажется, что ну совершенно не хватит времени на все. Время уже 16:00. Посмотрите, что я вчера вам и говорила, что часть вот этого входа, что я вам вчера показывала, будет скошена сегодня. Смотрите, как муж постарался. Вот там наше костровое место. Вот бассейн. Здесь также вот он спилил бензопилой это дерево. Оно очень мешало. Здесь вот эта вот сосна из-за этого дерева тоже не очень благоприятно росла. Теперь мы ее освободили. Надеюсь, здесь будут тоже грибы, потому что маслята здесь тоже были, но им было недостаточно света. Вот смотрите, как место сразу сколько появилось. Думаю, может быть, под этой сосной сделаю какое-то еще местечко такое, чтобы можно было здесь отдыхать. Посмотрим. Пока только спилили. И вот посмотрите, как муж поработал со всем участком. Конечно же, я так не умею косить. Вот, правда, я пособирала траву. Вот что-то, вот то, что вы видите, это уже подвысохло, которое я не дособирала, но если сравнить вот соседский, они 2 недели назад косили. Вы не смотрите, как трава уже тоже выросла. И вот наш. Сейчас буду мыть машину, уже пропылесосила. Думаю, нужно поснимать немножко. Солнце сегодня целый день светило. Мы загорели, как будто на Черном море. Вот так вот. Андрей с Маринкой вчера косили все, собирали траву у них уже за сегодня. Дождь прошел, и за сегодня вон уже трава немножко еще поднялась, более позеленевшая. А у нас вот такая красота. Вот наши елочки, которые я вам всегда показываю. Сдалека они вот так вот смотрятся. Вот там и рисы. Вон там мой дальше огородик. Ну и вот такая красота. Thank you.
что, друзья, хотелось вам показать, как я люблю свою машину и как я иногда за ней ухаживаю. Когда мы здесь, когда мы на природе, это не очень тяжело сделать. А на сегодня... Спасибо всем тем, кто досмотрел этот ролик до конца. Не забываем ставить палец вверх, потому что вам не сложно, а мне приятно. И что хочу сказать. Пока-пока на сегодня.